Привет, друг! С тобой снова Фауст. И мы продолжаем проходить Kingdom of Amalur: Reckoning. Так, и в этой серии я собирался начать изучать Карни. Вроде так. Не. Кандри. Кандри. Похоже вообще на кантри. Странно по-английски. Нет, кантри получается село по-английски. Или... Ладно, все. Забей. Так. Просто еще ко всему вспомнил, что есть еще Capital. Это столица, по-моему. I am the summer's dawn, and Olm bowed. I am the morning winter, and Issa bowed. This thing is something, and Olm wept. Сейчас дослушаем. Nought of nought, and Issa wept. Ну, теперь можно с ними разобраться. Они там кого-то грохнули. Ну, ничего. Сейчас я вас грохну сам. Я думал, что только вольные могут уворачиваться. А, черт. Но нет, любые парни с ножами могут уворачиваться. А копейщики, они даже не милишники, как будто. Реально, там на 3 метра вылетают. Мне бы такую дальность атаки, серьезно. А, да, я самое главное не сделал. Ладно, сейчас поставлю паузу и вернусь сюда. Так, у меня небольшая проблема случилась. Я прилетел в ротир. А тут сразу эта баба с копьем. Я даже как-то паузу отжать не подумал об этом. В общем, тут какая-то проблема случилась. И... Не знаю, я сам как-то не прочитал, просто запаниковал. A weapon is only as strong as the one that wields it, and a general is only as powerful as the army she leads. We need to convince Karth to lend us his aid. You can find him in the upper city, looking over the strait at Melsenshire. По сюжету. The fool might as well be condemning the city. Все, уйди от меня. Я не хочу с тобой сейчас говорить. И пошла. The liberation of Melsenshire is close. А, ясно. Ладно. Так, я вроде вернулся в то место, где был, но не уверен. Ну да, вроде где-то здесь. Я продал вещи и теперь готов лутаться. Но это было вообще как-то несправедливо, просто взяли ни с того ни с сего. Вы уже отреспавнились, гады. Просто влезла в диалог. Вот это меня больше всего бесит, что... Одно дело, если бы она там у входа стояла с заданием, и я бы сам мог бы к ней подойти, но я только в город вошел, и она сразу начала трындеть. Это как бы... Не очень. Ясное дело, что... Когда люди игры делают, они делают не с расчетом, что их будут записывать в основном. Но... Особенно эту игру, которой не знаю сколько там лет. Она в 2012 году, по-моему, вышла. По-моему, не сильно раньше. Не сильно позже, точнее, того времени. А то и раньше. Волчара позорный. Это, конечно, тупо прозвучало. Заразишься там от всякого быдла. Ну, реально, вся вот эта тюремная тема просто вообще максимально быдляцкая, как может, ну, как только может быть. Так.
Здесь небольшой проход есть. Так, я опять... Я вообще секундомер включал, но я на паузу его ставил. На то время, пока у меня запись была на паузе. Так что помнить обо всем этом постоянно довольно трудно. Особенно мне. Потому что я довольно такой... О, все, я понял. Я подумал, что они... Что враги как-то баганули и друг друга бьют. Нет, это... Страж Кандриана, писешник. Так. Ну, тут ничего нету, да? Ну, это так, немножко врагов. Немножко сундуков. Может, просто дальше пойти. Так. Я довольно неплохо все забываю. Просто забыл, как прилагательное. Не знаю, в последнее время что-то вообще замечаю, что как-то отупел. Надо это как-то исправлять. Так, у меня стрелы закончились. Это не очень хорошо. Ну, правда, они магическим образом... Да, возвращаются. Уже вернулись. Я эту хочу. Хотел сказать крысу. Хотя, в принципе, это... Человека-крысы. Так что, что с них взять? Кобальды. Волк. Охота на волков. На волков скорее. Сейчас чуть не чихнул. Не знаю, я мог бы, конечно, чихнуть, но, наверное, это было бы больно тебе для ушей. Так что... Такое себе. Да и чихать, закрывая нос, это было бы больно мне. Для ушей и не только. Так что я просто прикрыл нос, и вроде прошло. Так, тут какой-то город. А, тут, кстати, тот город, который мне и нужен. Это отлично. Раз. Где ты? А. Все-таки на геймпаде играть проблема с камерой. С камерой постоянно. Ну, по крайней мере, у меня, потому что у меня привычки вообще нету. Управлять джойстиком, камерой. Это странно. Тут, кстати, еще одна крепость какая-то. А, это скорее не крепость, это тюрьма, наверное. Я угадал? Да, тюрьма. Я могу ее взломать. Просто изи. Наверное. Да. На самом деле, мне было бы неплохо сейчас у него украсть кое-что. Мне вообще нужно в лагере звезд, по-моему. Он... А, у него наполняется. Так, у меня тут оповещение о почте пришло. Сейчас я подожду, пока у него совсем убавится. И... А, да, здорово. Я нажал на А, и он в итоге побежал. Учимся воровать. Все заново, по новой. Ну, есть 18% того, что он меня запалит. И сейчас проверим мою удачу. О! Не спалил.
Окей. И, в принципе, так можно по всем тюрьмам потом пройтись и сдать ключи. Правда, за это, наверное, я просто деньги получу. Но вообще, по-моему, все-таки за это могут дать какой-нибудь квест. Ну, не квест, какой-то предмет. A hero true, a warrior born, his deeds the bards did daily sing. Exultingly, they crowned him king. Так, я думаю, был бы смысл спрыгнуть как-то в речку. Ну или просто всойти в нее. Но, видимо, мне это не дадут сделать. Ну где-то-то должны дать это сделать. Да, вот здесь можно. Тут еще камень знаний. Мишка, я не хотел это делать. Сам напросился. Если бы он не вставал, я бы его и не убил. Еще один пришел. Да, успею туда ударить. Ну, ты получил по заслугам. Вот еще один камень. Это третий, по-моему, или четвертый. Окей. Только здесь... Да, здесь нет прохода. Это значит, нужно, наверное, сюда куда-то. Нет. Тут... Да. Тут тоже как-то негде попасть. Не знаю, тут, наверное, из-за проводов. Я кладу руку на стол. У меня, видимо, сосуды пережимаются слегка. И мизинец не имеет. Уже не первый день это замечаю. Так. Странно, у него только цветочек. У него только деньги. Ну, тут вход в воду есть. Так что... Наконец-то можно и подобрать. Интересно было бы туда сплавать. Ну, выглядит так, как будто туда должен был бы быть какой-нибудь проход. По крайней мере, так было бы интереснее. Так, я возьму еще вот этот сундук. И, в принципе, можно уже поговорить там насчет какой-то невесты. Задание от школы магов. Точнее, школы тайн. Ну, арканы — это тайн. Как бы. Вот такие тайные знания, как бы. Магические. Ворон. Таверна, наверное, так называется. Тут много разных заданий. Еще тут есть шкафы, в которых бесполезные крестьянские одежды. Ну хотя там, по-моему, кому-то можно сдавать это все. На самом деле, у меня так много денег, что если что-то интересное, я могу. Найти в сундуке. Я могу просто украсть. О, нет, тут нет ничего интересного. Я могу просто взять и потом штраф выплатить. Но для меня в этом нет никакой проблемы. Так, теперь надо
понять. А вот, вот сюда. Тут у нас золото. Тут. Правда, я, по-моему, взял золото. Не, по-моему, его не пришлось красть. Похоронка. Так, ну, наверное, стоит сныкаться. Все-таки лишний раз и не хочу привлекать к себе внимание. Меня так никто не видит. Сейчас обо мне все забудут. Ну, 10% слишком мало для такого офигенного вора, как я. Так. Hail, Wanderer. И вот ты где. On a darkling wind she rose, gripped within impassioned throes, and I, her chosen witness proud, did fall beneath her endless shroud. Something about you reminds me of yours. Of course, the poet was discussing death. I'm Patrick Morcan. How may I be of assistance? Это как-то тупо. К тебе подходит неизвестный человек, и ты просто вместо того, что сначала сказать там привет и так далее, просто тупо стихами говоришь, что какую-то хрень. Да. Particularly belligerent woman, if I recall. I believe she left our village recently for parts unknown. Master Dace made quite the fuss. Apparently, she left her possessions in a footlocker in her room. I suppose she left in a hurry. Me? How would I possibly know? Don't be a stranger. Good day. Так, ну, по-моему, сразу. Hail, Wanderer. Да, сразу сюда нужно подниматься. В этом сундуке. А, так я его уже взломал. Там, правда, только золото было. Вот, а теперь магическим образом тут вещи появились. Так, что по заданию нужно? Нужно прочитать, да? Ну, а, обыскать. Возможно, он расскажет мне, что с ней происходило. То есть это один из тех квестов, в котором нету определенного задания, нужно читать. Ладно, я возьму у тебя квест. You're not from around here, are you? I am Eli. Как ты угадал? And I could use your help with a delicate task. Lord Cantrian wears a large ceremonial signet ring. He removes it only to sleep. I need you to go to Cantrian Keep and steal it. Ну ясно, я так и подумал, когда он сказал, что он снимает его только когда спит. Ever since Cantrian became lord, the Cantrian guard have not left the area around his keep. The Tuatha'r are raiding the Cantrian coast entirely unchecked, and this gravely worries the citizens of Rathir. We wish to inspire Lord Cantrian to leave his keep and drive the Tuatha'r back into the sea, and the ring is the first step. Excellent. I'm told that Lord Cantrian keeps it in his bedroom in Cantrian Keep. Obtain the ring and return to me for another task. Farewell. Классный у него акцент. Hail, Wanderer. Ну, в принципе, да, я сейчас занимаюсь этим квестом. Невесты. Так что пришло время читать дневник. Так, сейчас. Эта маленькая книга содержит аккуратно составленный текст, накрепко вдавленный в толстый пергамент страниц. А сколько тут читать? Ну, не так много. Эта проклятая деревня так занята Туата своего порога, что они даже не замечают монстра, проникшего в их ряды.
Целая семья была зарезана. Несколько человек попросту исчезло. Множество путешественников пропадают с дорог. А они ничего не предпринимают. Сегодня пыталась еще раз получить аудиенцию у лорда Кандриана. И снова мне отказали, идиоты. Это дело продолжает преподносить сюрпризы. Улики не соответствуют некоторым... не соответствуют. Некоторые раны, кажется, от зубов или когтей. А вот брызги крови на стенах домов жертв говорят о том, что их можно было сделать оружием с большим лезвием. Например, большим мечом. Но что без вести пропавших, а найдено лишь два трупа. Где же остальные? Патрик Моркан знает больше, чем говорит. Если мне удастся попасть к нему в подвал, то есть шанс откопать там нечто большее. По крайней мере, хозяин мастер Дейс сможет достать мне припасы и рассказать о том, что творится в округе. Место, которое он упомянул за обедом, сегодня вечером пещера Тулан. Я осмотрю ее завтра, она может быть соединена со старой сетью проходов под городом. Возможно, я найду объяснение тому, что приводит туда людей. Так, на самом деле можно было не читать, можно было просто книжку открыть, и мне бы задание сразу пометилось. Но лучше прочитать, чтобы, в принципе, мне самому понимать, в чем дело. Так, сначала я, наверное, пробегусь к камню знаний, потому что я его там вижу. Ну, тем более, это, в принципе, более-менее, не совсем по пути, туда-обратно придется сходить. Но почему бы и нет? Так. Сколько же вас тут? Что же вас так много? Просто отлично. Попадаю. Нормально добил. Да куда ты целишься? Все. В принципе, у нас камень знаний вот тут. И, по-моему, это предпоследний. Да. И, по-моему, я иду немного не туда. Я вообще оттуда пришел. Caught within a storm of rage, the land itself was deeply bled, for sanity had fled. Да. Это переход от локации к локации. Мне нужно сейчас наверх. В пещеру, о которой говорилось в дневнике. А, стрелы закончились. Черт. Давай. Вот. Не так страшно. Довольно далеко пещера находится, учитывая, что она как-то там должна проходить под городом. Я тут уже был, по-моему. Раз кобальт там уже один мертв. Блин, дикарь. Знаю, почему он дикарь. Я бы его как-то копьеметателем каким-нибудь назвал. Но обычные кобальты, они просто копейщики. Правда, у них комба своя уникальная. Нестандартные удары, как у большинства копейщиков.
NPC-шников. Воры меня больше всего напрягают. Вот. И сюда. Оп. Ну, я надеялся, что это его заденет. Отлично. А вот эта пещера. Вот она, да. Тулан. Как вообще квест называется? Беспокойная невеста. Я помню, просто караван какого-то мага нашел. И он мне сказал разобраться с этим. Ну, дал мне квест. Не помню, что именно он мне сказал. Так, ну тут... А, тут кобольды в основном. Оп. И теперь по тебе можно поатаковать. Но немного. Радует, что заряженные атаки мои делаются быстрее, чем их заряженные атаки. Но их обычные атаки просто мне в секунду сбивают любую атаку. Это странно. Несмотря на то, какой на мне доспех, им вообще пофиг. Насколько мощная моя атака. Все-таки Dark Souls это как-то, не знаю, прикольнее. Там все-таки есть оружие, которыми ты бьешь, и атаку нельзя прервать. Ну, и у боссов, ну, тут проблема в том, что тут есть и у героя такие атаки, и у боссов есть такие атаки. Ну, точнее, что у боссов такие атаки есть, а у, вот у меня, у персонажа нет атак, которые не могли бы быть прерваны. А должны быть вообще, если у боссов есть. Даже возможность призвать... Самонов. У игрока есть, если он играет через мага. Не знаю, сколько вообще качаться нужно и вообще возможно ли прокачаться через путешественника, у которого как бы там и ловкость, и сила, и магия. Возможно ли это вообще? Тыкнул в спину, все-таки успел. Оповещение. А. Кто-то видос выложил на ютубе. Не так должно открыться. Пойду через путь, где побольше врагов. А, задел, серьезно? Как так? Вот. То, что анимация падения как-то забаговалась. Он застрял в воздухе, но звук при этом того, что он падал, он как бы проигрался. И по его окончанию кобальт как бы вот все лег. Очень странно. А, господи. Я даже забыл, что такие бывают. Да блин, я хотел обезвредить. Но не своей тушкой, а ручками. С
Серьезно. О, фаерборты. Ну, да. Чаще всего враги успевают быстрее атаковать. И несмотря на то, что я просто выпрыгнул такой... Там, делаю удар всем своим весом, им насрать. Маленький небольшой ударчик, все, как бы. До свидания. Он его сразу откидывает там, ну, слегка. Там и вся кинетическая энергия, которая была сконцентрирована в ударе, все, она обнуляется полностью. Так, золото и кости. Ну, кость одна. What is the Engar doing sending a neophyte to rescue me? Doesn't he understand what's going on here? There is a necromancer in Mel Aglia. Look around you. Patrick Morkin's wife may have died from natural causes, but nothing natural brought her back. I know, because I've been watching her walking corpse feast on prisoners for over a week. She and her husband are nearby. If you strike quickly, you can catch them by surprise and end this horror. Yes, I'm not certain which is more torturous, having to watch Patrick Morkin feed villagers to his dead wife, all the way he caresses her cheek as he wipes the blood from her chin. Oof. Не, мне твоя помощь не нужна. As threatening as his dead wife may seem, kill the sorcerer first. Once the master is destroyed, the magic that animates her corpse will dissipate. Я бы хотел посмотреть, как его жена выглядит. We both know there isn't a magic that can bring the dead back to life. Но я тут больше не видел некромантов. Но еще не видел. I'll see you at the Raven when this is done. Hurry. А, то есть ты, в принципе... Не, ну, я могу тебя освободить. Да, нет, стой. А, нет, можно только ключом открыть. Ну ладно, тогда будь здесь. О, успел. Лук де Наргела. Но сомневаюсь, что он лучше моего дедшота. У меня же он дедшот называется. Да. Да, хуже. Но урон против зверей. Как он там выглядит? Он прикольно выглядит. Этот лук, найденный в торфяных болотах Клерикона, сделан из неизвестного дерева, в неизвестном стиле, неизвестным мастером, не имеет аналогов в Амалуре. Да, в принципе, все уникальные предметы вот эти, фиолетовые, не имеют аналогов. Ну, типа. В принципе, я считаю, что вот прям реально такие предметы, которые называются уникальные, они и должны быть вот прям совсем уникальными. Не знаю. Так. Она что, уже выбралась? Или... А. Ясно. This isn't what it looks like. Ah, fine. I'll admit it. I tried to bring her back from the grave. Is it really so hard to understand? Have you never been in love? I'll say one thing. Your timing is impeccable. I think she's hungry, and you'll make quite the feast. А, возможно... С мечом кривая такая. Я хочу ее рассмотреть. Он будет психовать, если я буду ее? Ну да. Я монстр. Я его просто побесить хотел. Ну, я бы не сказал, что он сильно как-то сложнее стал. Вообще,
Лошара какой-то. А, ну да. Мне сейчас и эту женщину придется освобождать. Хотя она сказала, что сама выберется. Не, я сейчас просто пойду в город и буду ждать, пока она там выберется. Она же сильная и независимая. Может быть, там через недельку вернусь за ней. Ладно. Наверное, придется и так вернуться. А. Как ты вышла? Ну, ладно. Видимо, ключ от чего-то другого. Но, видимо, и правда сильная и независимая. Все, я пошел без тебя. А, ясно. От этой двери. Я бы, в принципе, мог и другим путем пойти. Ну ладно. Да, это тут секретный проход такой. Вот, значит, где именно под городом проходит. Интересно. Так, здесь, в принципе, можно посмотреть что-то. Да, у него тут сундук зачарованный. Ох, ни хрена себе, сколько у него тут добра. Но я думаю, я это все продам, потому что смысла от жизни и смерти. По-моему, да, я, по-моему, пролистал. Книжку. Вот она. На обложке этой старой книги виднеется инициалы ПМ. Патрик Маркана. Патрика Маркана. Тут много, я думаю, на паузе можно прочитать. Да, реально много. А по сюжету это вряд ли прям сильно. Оно как-то влияет там на сюжет. Ну как влияет? Раскрывает скорее. Я бы не сказал, что в этой игре какой-то офигенный сюжет. А, вот что это за звуки постоянно. Когда я загружаюсь в подобных местах. Понятно. Сейчас я закончу. Нужно только завершить квест. And uneaten. It was lucky that you showed up when you did. I must say, I'm impressed, Neophyte. Few of your rank would be able to handle a necromancer of Morkan's power. I will remain behind, attend to the village. You should report to Savant Engar as quickly as you can. Farewell. Hail, Wanderer. Так. Good day. Все, я что-то опять запутался. Вот выход. И где же находится этот профессор, или кто он там? Я точно не помню. А, в Ратире. Окей. Я помню, школа магии была в городе Исса. Тут проход куда-то. Так, а что тут? Окруженные нас стены, хранители покоя и укрепления против внешних сил, которые хотят отравить нас. Этот шпиль, которому мы вознесли очи, выдающийся указатель, доказательство великолепия объятий Лирии. Благоразумие ее магии и силы ее вечной музыки. Мы приветствуем каждый уголок мира. Облаченный в славу Лирии,
без ненависти и подозрений, но с гордостью. Я не помню, был ли я вот здесь конкретно. Верхний город. По-моему, был. Тут еще и квест кто-то выдает. Раньше квест тут никто не выдавал. Значит, начну я с этого места. Следующую серию. Школа чародеев. Я тут еще не был. Тут тоже есть какие-то квесты. Я думаю, в самом здании будут квесты. Good day. Так, иди сюда. Greetings, neophyte. So, a necromancer was behind Melaglia's disappearing villagers. Disturbing. My suspicions regarding you potential were well founded. You are forthwith promoted to the rank of docent. As a docent, your first order of business is to the west, to speak with a man named Anker Edmure. You are to liaise with a man named Anker Edmure, a rather enthusiastic sage crafter from the village of Emer to the west. He often sends reports of mystical occurrences that usually turn out to be exaggerated tales of inebriated fever dreams. His latest cry for help, however, may hold some truth. Go to Emer, speak to the man, and find out what he means by Shardfall has come alive. Where did I put my quill? Интересно, конечно. Что за здание? Но сначала я хочу открыть сундук. Её даже воровать не придется в итоге. Это очень простой. Ну, тут всякая фигня. Я могу подойти, допустим, к тебе. Учиться. Производство кристаллов. Всё. Как бы... Он меня выучил. Кстати, если я сброшу все навыки, то, что меня тренера натренировали, это же должно сохраниться или нет? Или придется заново по ним всем бегать? Ну, меня, да, тебе нечем у меня научить. Но зато можно здесь потренироваться немножко. Я уже не успею. А, ладно. Так. Ох, ни хрена. Это было потно. Ну. Мейбринское вино какое-то. Блин, все, уже 40 минут. Надо заканчивать, сейчас только подойду. К женщине, которая мне хочет дать квест. Не к этой. Сюда я вернусь позже. Тут такие и светлячки летают. Так. И там есть девушка, которая хочет от меня что-то. Когда девушка от меня что-то хочет, я не могу отказать. Особенно такая. Ладно. На этом я закончу. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Если так, тыкни лайк, напиши комментарий. Это будет мне приятно и будет мотивировать меня записать новое видео. С тобой был Фауст. Спасибо за просмотр. Удачи. Пока.